Они вместе уже более 20 лет, у них 10 детей. Семья Квасовых самая большая в Саратове, поэтому за одним столом они собираются нечасто. Каждая такая встреча как праздник. Самой старшей дочке Екатерине 21 год, младшей 9 месяцев. Зовут ее не иначе, как Машенька. Окружающие все: ой, да какой кошмар, да чем вы их кормить будете? Да как? Я говорю: чем? Мы же вам в карман не лезем. Мы же не у вас берем. Познакомились Елена и Александр Квасовы в студенческие годы. Оба думали о большой семье и теперь шутят. Мечта сбылась в 10-й степени. Разница между ребятишками не больше 2 лет. Самые урожайные месяцы для Квасовых – апрель и декабрь. Чтобы устроить чаепитие по случаю очередного дня рождения, нужно покупать как минимум 3 торта. У нас нет средств на продукт, который не приносит пользы. Они вкусные, конечно, привлекательные, но не приносят пользы. Ну, иногда бывает у нас, что мы покупаем копченую колбасу, но это крайне редко. И в основном, конечно, лучше мясо купить и что-то приготовить. Все ребята в меру сил помогают по дому, а старшая Катя уже работает. По примеру, мама стала педагогом. Мальчики учатся в колледже. Младшие не только осваивают грамоту, но и играют на музыкальных инструментах. Музыка – любимое семейное хобби. Когда собираются все вместе, разучивают новые песни и поют уже знакомые. Словно травы шелестят слова, как слова и травы жизнь схожи. Кроме музыки, дети увлекаются рисованием. Чтобы уединиться, отправляются в старую избушку. В ней семейство Квасовых жило, пока возводило новый просторный дом. Правда, до окончания строительства еще далеко.